Мы во Флоренции. Сегодня у меня есть удивительная возможность побеседовать с Айки Шмидтом, директором галереи Уффици. Он занял этот пост 5 лет назад и произвел здесь настоящую революцию. Бонжорно! Рад вас видеть. Здравствуйте. Взаимно. Прекрасно. Давайте начнем. Айки Дитер Шмидт, историк искусств, директор галереи Уффици, родился в Германии, женат на итальянке, любит булочки. Где доктор Шмидт? Господин Шмидт, я бы хотела узнать, что для вас значит быть директором Уффици во Флоренции? Директором галереи, которая является центром культурной жизни города. Да, действительно. Уффици – один из главных центров культурной и художественной жизни во Флоренции. И, по сути, далеко за ее пределами. В некотором смысле, это не только самый посещаемый музей в Италии, но и самый культовый музей Италии. Мы самый национальный музей, и не только с точки зрения объема коллекции, важности коллекции, но и с точки зрения восприятия внутреннего среди итальянцев и внешнего среди гостей Италии. Но также мы гордимся широтой коллекции нашего музея. В Италии было только 2 музея, которые действительно имели такой охват. Первый – это Уффици. И у Уффици такой охват был с самого начала зарождения коллекции. С 15 века семья Медичи собирала ее так подробно и обширно. Другой такой музей – Брера в Милане. И, конечно же, мы очень сильно связаны с Флоренцией. Вы не можете увидеть Уффици, не увидев остальной части города. Нельзя понять Уффици, не увидев купол Брунеллески, не посещая церкви Санта-Кроче, Санта-Мария-Новелла, Сан-Лоренцо. На самом деле, что характерно для Италии в целом, так это то, что искусство не сосредоточено только в одном или нескольких центрах, а распространяется по всей стране в миниатюре. Это также верно для Флоренции. В Уффици у нас действительно огромная концентрация искусства. Это справедливо и для другой части галереи – Палаццо Питти на южной стороне реки Арно. Было бы неправильно просто пойти в Уффици только потому, что это знаменитый музей, и просто посмотреть самые известные произведения искусства, а затем уехать. Тогда вы ничего не видели. Вы ничего не поняли. Вам действительно нужно время, чтобы проработать текстуру города. И чем больше у вас времени, тем лучше. Конечно, вам не нужно проводить здесь целый год, как это делал Достоевский. Это роскошь, которую могут получить не все. Но стоит неоднократно возвращаться в музей и по-настоящему изучать великие произведения искусства глубинным путем. Кстати, и посмотрите на них в ином свете. I
Что значило для вас вернуться в Италию в качестве директора Уффици, а не студента, как это было прежде? Вы знаете, я никогда не мечтал стать директором Уффици. Конечно, я знал Уффици еще до того, как пошел учиться, как учился в старших классах школы и даже до того, как стал студентом. В средней школе я впервые приехал во Флоренцию и в Уффици, а затем жил здесь в 90-х годах. Студентом я ходил в архивы Уффици и посещал галереи. Конечно же, познакомился с кураторами. Тогда я был совершенно в другой роли. А когда я был избран, перед началом работы я приехал во Флоренцию как обычный посетитель. Я действительно мог войти как шпион и посмотреть, что работает, а что не работает. Одной из главных проблем Уффици было то, что посетители часто оставляли без присмотра. Никто не заботился о том, что слишком много групп входили одновременно. В галерее было очень многолюдно, и, как следствие, люди мешали друг другу. Во дворе были длинные очереди, внутри залы тоже были переполнены людьми, которым трудно было что-либо рассмотреть. Поэтому уже тогда я начал думать о стратегиях решения этих проблем. Говоря о всех изменениях, которые вы смогли воплотить за эти годы, что можно считать вашим наибольшим достижением здесь, в Уффици? Это сложный вопрос по двум причинам. Одна из них состоит в том, что мы действительно делали все как команда. И это фундаментальный момент. А другая причина в том, что мы сделали так много, и каждый день продолжаем работать над множеством различных проектов, начиная с нашего кинофестиваля. Летом можно бесплатно прийти во двор Уффици для просмотра фильмов под открытым небом. Кстати, у нас впервые появилась серия русских фильмов. Я уверен, что она будет иметь огромный успех, ведь у нас здесь значительное русское сообщество. Это только одна вещь, и она часть больших изменений, которые мы осуществили за последние несколько лет с тех пор, как я приехал сюда, в музей. И все они серьезно касаются работы с посетителями. Все это побудило нас открыться современному искусству, новым художественным формам, которые ранее не были представлены в музее. Наши изменения коснулись и переустройства залов. Необходимость реэкспозиции залов, вызванная тем, что благодаря новым технологиям мы смогли защитить великие произведения искусства прошлого лучше, чем прежде. Однако теперь у нас появились и другие проблемы. Например, гораздо больше посетителей. И нам необходимо сохранить в безопасности произведения искусства, особенно те, что изображены на панелях. Тем более, когда в музей приходит более 10 тысяч человек в день. Так происходит летом, когда мы открыты до 10 вечера. Но другая проблема заключалась в том, что развеска картин в Уффици следовала принципам, установленным в 70-х годах, когда посетителей было намного меньше, чем сейчас. Это отразилось, к примеру, на том, что небольшие картины и менее известные полотна было очень трудно осматривать, потому что люди толпились вокруг самых знаменитых работ. Картины были заблокированы, и вы не могли даже пробраться к ним. Таким образом, мы создали пространство вокруг этих произведений искусства, рассчитанное на то, что так можно поразмыслить над полотнами, исследовать что-то новое. Поэтому менее известные работы, давайте назовем их так, они больше не на их пути. На самом деле они все шедевры. Но у нас есть несколько великих произведений искусства, которые в будущем могли бы в действительности стать шедеврами и очень известными. Я приведу вам один пример. Артемизия Джентилески, Юдифь, обезглавливающая Алаферна. Еще 20 лет назад это была всего лишь одна из многих картин 17 века. Теперь это одна из самых востребованных картин у наших посетителей, потому что Артемизия Джентилески была заново открыта не только специалистами-искусствоведами, но и широкой публикой. И такие вещи будут повторяться вновь и вновь. Таким образом,
Мы использовали ту же технологию, которую впервые испробовали с Боттичелли. И Караваджо. Здесь Боттичелли, а там Леонардо и Микеланджело. Действительно, Леонардо там. Сначала идет зал Джотто, за ним зал Леонардо. Вы знаете, здесь так спокойно в понедельник. Очень тихо, нет туристов. Это должно быть что-то особенное для вас, ведь вы не директор. А для меня это нормально. Есть возможность спокойно заниматься разными делами. Конечно, очень удобно работать, когда вокруг нет публики. Это большое счастье быть здесь. Здесь дверь, в которую мы войдем, чтобы посмотреть некоторые из шедевров. Так, здесь открывается. Весь зал Боттичелли, как и зал Караваджо и Леонардо, был полностью перепланирован для того, чтобы люди в большом количестве, которые посещают Уффици, могли ближе посмотреть и рассмотреть картины. Это было раньше сделать невозможно. Они висели очень плотно. А теперь они висят на расстоянии довольно большом друг от друга, совершенно в другой конфигурации. Теперь зал Боттичелли может быть открыт для сотен туристов одновременно. Также заново переустроили залы Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело, создавая диалоги между картинами, что также очень важно. Это прекрасно, и необходимо видеть их как отдельные шедевры. И на самом деле, подобное размещение полотен позволяет часами просто стоять перед одной картиной, даже 10 часов, если пожелаете. Можно заметить, что группы туристов приходят и уходят, но места хватает для всех. Вы можете там находиться и делать свои заметки, рисунки, все, что вам нравится, но также подмечать взаимодействие, видеть, как один художник реагировал на другого. Хочу спросить вас об архивах Медичи, потому что, когда вы писали докторскую диссертацию, работали там все время. А сейчас продолжаете ли вы туда ходить? Сейчас мне трудно найти на это время, но и в Уффици есть очень важный архив. Письма, которые я пишу и отправляю, архивируются. Это тот же архив, который восходит к 18 веку, когда его начал вести первый директор Уффици. И мои письма займут свое место на полках библиотеки. С одной стороны, приятно это осознавать, а с другой стороны, это напоминает тебе об ответственности, которая велика. Все-таки это фантастика — иметь возможность вернуться ко всему этому и прикоснуться кончиками пальцев. Кстати, а есть что-то, что вас здесь раздражает? Абсолютно все. Но, вероятно, так было бы в любом месте. Но есть также много вещей, которые делают меня счастливым. Давайте поговорим о коридоре Вазари. Безусловно, его открытие было одной из ваших главных задач. Более того, вы как-то сказали, что где бы вы ни были, в любом случае приедете на его открытие. Конечно, я приеду. Это было чем-то, что действительно стоило мне больших усилий. Эта борьба была одним из моих первых испытаний. Я старался открыть коридор Вазари для всех демократическим путем и довести его до такого состояния, чтобы он был безопасен для каждого и был бы доступен для всех. Так, например, мы строим лифты, на которых люди в инвалидных колясках смогут попасть внутрь. Это удивительный опыт – пройти по коридору и увидеть Флоренцию, увидеть десятки видов Флоренции.
Безусловно, Медичи выбрали очень хорошее место. Ты понимаешь город, ты понимаешь историю города. И я часто представляю, как только работы будут сделаны, когда коридор будет открыт для всех, это будет лучшим предисловием к знакомству с прекрасным. Прежде чем отправиться в художественные музеи, прежде чем посетить церкви с их великими произведениями искусства, вы сможете зайти в коридор, узнать о семье Медичи и узнать о Флоренции, о развитии города, просто глядя в окно. Можем ли мы немного поговорить о картине голландца Яна ван Хёйсема, которая была украдена нацистами во время войны? Вы потребовали вернуть эту работу и, более того, повесили ее фотографию на стену с надписью «Украдено». Да, вы знаете, я всегда чувствовал, что это абсурдно. Сотни тысяч туристов из Германии приезжают в Уффици и наслаждаются музеем, но не знают, что не все раны затянулись. Все еще остаются скелеты в шкафах, потому что не все украденные картины возвращены. Я думаю, что это очень важно. Мы должны решить это сейчас. Это было украдено. Это было абсолютно незаконно. Это было незаконно в то время, это было незаконно в течение 70 лет, и это остается незаконным по сей день. Мы знаем, что на самом деле и работы русских художников есть в коллекции Уффици. Автопортреты Шагала, Кипренского, Кустодиева. И эта коллекция постоянно пополняется. По каким критериям вы выбираете картины? Да, с конца 18 века для художников было большой честью пожертвовать автопортрет в Уффици. Даже сегодня эта традиция продолжается. И мне приходится каждую неделю отвечать на письма. В ответе я сообщаю, что это, конечно, очень мило с вашей стороны, однако мы не можем принять ваш подарок, так как мы хотим собирать только лучших из лучших. Если это возможно. Мы определенно хотим продолжить эту традицию. Она подтверждает, что да, в некотором смысле Уффици не просто итальянский национальный музей, но в мировом контексте это сокровищница мира, как Эрмитаж в Санкт-Петербурге. На данный момент у нас выставлен автопортрет Шагала у входа в галерею Палатино во дворце Пити, потому что на картине отчетливо виден собор Нотр-Дам в Париже. Именно поэтому, после всем известных событий, после пожара, на следующий день мы выставили эту картину на обозрение. Это наш знак солидарности с французским народом. На самом деле люди приходят и останавливаются, и задумываются, и это очень важно. Что вы думаете о показе искусства 20 века и современного искусства здесь, во Флоренции, который некоторые, например, руководитель отдела культуры города Томмасо Сакки, называют музеем под открытым небом? Флорентийцы уже в 19 и начале 20 века были чрезвычайно консервативны, ценили и любили свой великий период эпохи Возрождения, но не были готовы к пониманию того, что делается сегодня. Для того, чтобы открыть художественное пространство для современного искусства, мы начали делать выставки. Фактически, в 2019 году у нас 5 из 15 основных выставок посвящены современным художникам. Мы находимся в хорошем месте, потому что оно помогает современным людям лучше понять Ренессанс. И не только Ренессанс, но и искусство прошлого в целом. Старое искусство, искусство старых мастеров. Нам просто нужно помнить, что каждое поколение должно начинать с самого начала, сделать над собой некоторые усилия, чтобы понять и узнать искусство. Ведь современное искусство, безусловно, является ключом не только к искусству 20 века. Не женское это дело — быть художницей во времена эпохи Возрождения. Их просто не воспринимали всерьез. Так случилось с Артемизой Джентилески, удивительной художницей. После того, как меня избрали на должность директора галереи Уффици,
Я узнал, что в Уффици самая большая коллекция работ женщин-художниц, творивших до 19 века. И это невероятно. Это не только автопортреты, хотя есть и они, но даже это довольно удивительно. Поэтому я очень быстро решил, что в дальнейшем нам нужно исследовать их работы. Не просто показывать, а серьезно изучать, выделять из общего ряда. Так что с 2016 года мы проводим выставки женщин-художниц. Фактически, весной мы открываем две выставки, одна из которых посвящена художницам прошлого, а другая — художницам настоящего. Что касается прошлого, мы начали с Плаутилы Нелли, флорентийской художницы. Кстати, ее работы уже выиграли от реставрации. Это невероятно успешная выставочная программа. А по части современных художниц мы начали с демонстрации работ Марии Ласник, затем была Мария Лай, и вот сейчас мы показываем Кики Смит. Мы выбираем художниц, которые не просто пишут картины, но имеют особую феминистскую перспективу в своих произведениях, манеру, отличающуюся от других. У нас уже очередь из идей для новых выставок на годы вперед. Последние годы идут жаркие дебаты, стоит ли выставлять во Флоренции современное искусство. Ведь этот город у всех ассоциируется с эпохой Возрождения. Но вот выставка Кики Смит – это яркий пример того, что время берет свое. Недавно вы так сказали о своем отъезде из Флоренции. Я думаю, что в конце моего руководства галерея Уффици научится управлять сама собой. Скажите, что бы вы ответили критикам, которые прежде негодовали, что не итальянец стал директором Уффици, а теперь осуждают то, что вы покидаете музей? Что ж, они должны быть счастливы, если они серьезно это имели в виду. Может быть, сейчас они передумали, что было бы очень почетно для меня. Но что действительно важно, так это то, что подобная полемика неконструктивна. Это пустые разговоры, это бесплодная политика. Гораздо более важно то, что системно это я внес изменения, и поэтому сейчас мы имеем работающую функциональную структуру. Она фактически включает в себя административную структуру. Там есть замечательные люди. Так что теперь музей не так сильно зависим от директора. Я имею в виду, чем лучше смазать машину, тем менее важна главенствующая роль директора. Он занимается черновой работой. Это был настоящий процесс перемен. У нас есть ответственные люди, которые очень увлечены созданием в музее доступной среды. Такой, чтобы музей стал безопасным, логичным и захватывающим. И пространство музея не создавало препятствий для публики. Я надеюсь, что это будет прочная основа, которая останется в Уффици. И благодаря этой новой структуре дела будут идти без тесной связи с тем или иным человеком. Будете ли вы скучать по Флоренции, когда уедете? Я не буду скучать. Я и так останусь одной ногой во Флоренции, в любом случае. У меня есть моя научная специализация по флорентийскому искусству. У меня здесь много коллег. Во Флоренции работает несколько исследовательских институтов. Выделю один — общество Макса Планка, с которым я был связан в 90-х. Я до сих пор появляюсь там время от времени. Иногда в полдень, что очень редко, или ранним утром, что несколько чаще. Посещаю библиотеку, встречаюсь с коллегами, появляюсь на конференциях, международных конференциях. Я вернусь. Моя семья здесь, поэтому я буду возвращаться сюда довольно регулярно. Я люблю Флоренцию. И это, безусловно, не то, что... Что вы уедете навсегда. Я не планирую вовсе уезжать. Я собираюсь работать в другом месте, но, тем не менее, регулярно возвращаться. Большое спасибо. Пожалуйста. Надеюсь, мы увидимся снова. Давайте, наконец, завтракать. С шоколадом? Благодарю, но я предпочту вот это.
Может ли Флоренция быть современной? Может ли измениться Уффици? Как сказал Айки Шмидт, может быть, никто не будет помнить его имя, но все будут помнить его дела, потому что именно Айки Шмидт приблизил высокое искусство каждому из нас.